Здравствуйте, с вами Анна Троян. В эфире специальный новогодний выпуск новостей. Для вас наша команда подготовила только праздничные сюжеты. Настраиваемся на позитивную волну. Вас ждет много интересного. Новый год – праздник чудес, волшебства и исполнения самых заветных мечт. В рамках ежегодной всероссийской акции «Елка желаний» стать волшебником и исполнить мечту ребенка может любой желающий. Сделать это можно до 28 февраля 2021 года. А какие заветные подарки получили воспитанники Люберецкого социально-реабилитационного центра, узнаете из нашего сюжета. Я попросила у Дедушки Мороза, чтобы мне подарил кроссовки на большой подошве, худи и кенгуруми. Электрический самокат. Я попросил у Деда Мороза машинку управления и мягкие игрушки. В Новый год никто не останется без подарка. Исполнение заветных желаний ждут и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации без попечения родителей. Волшебный праздник в социально-реабилитационном центре прошел со всеми новогодними атрибутами. Этот праздник у нас особенный. Новый год всегда в ожидании какого-то чуда. У нас сегодня замечательный такой праздник, где к нам на праздник придет Дедушка Мороз, конечно же, Снегурочка. Пусть Дедушка Мороз покажет свое волшебство. Ребята, Владимир Петрович пришел не просто поздравить нас с праздником, но и пришел исполнить ваши желания. Получить заветные подарки помогла «Елка желаний», установленная в местном отделении партии «Единая Россия». В этом году письма главному новогоднему волшебнику написали 25 воспитанников центра. Данная акция – это прежде всего исполнение желаний ребятишек, тех желаний, которые они не могут получить от своих родителей, от близких. Мы на этом не останавливаемся. В течение этого года у нас еще порядка 50 подарков получат наши ребятишки. Благодаря слаженной работе сотрудников центра и социально-участковой службы, которая проводит реабилитацию родителей, за прошедший год в родные семьи удалось вернуть 56 детей. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. И какой же Новый год без главного сказочного волшебника Деда Мороза? Самая ближайшая усадьба, где живет бородатый старец, находится в нескольких километрах от Люберец, в Кузьминском лесу. На разведку в гости к Деду Морозу отправился мой коллега Григорий Ворванин. Дорогие мои жители городского округа Люберцы, с огромным удовольствием и большой ответственностью мы со Снеговичком приглашаем вас. Приезжайте! Буду всех ждать. Дед Мороз всегда отличался гостеприимством. В новогоднюю пору и подавно. В своей московской резиденции рад видеть всех, и детей, и взрослых. В первую очередь покажет сказочную тропу. Ее бородатому волшебнику подарили аккурат ко дню рождения. Вот только здесь вы сможете встретиться с моим памятником при жизни. Большая часть приключений в усадьбе Деда Мороза проходит на площади перед теремом бородатого старца. Ну а если повезет, волшебник лично проведет экскурсию. Это моя спаленка. Вот здесь вот я и почиваю. Многие говорят: дедушка, ну зачем тебе 7 подушек? Но понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, воскресенье отдыхаю по полной программе. Понедельник поменьше понадо спать. А в праздничные дни вот еще подножки, уставшие валики. Но есть у меня здесь много интересного. Говорящий шкаф, вот видите. Вот он знает, что моя одежда должна быть чистенькой всегда. Вечером я ее повешу, а утром достаю уже чистенькую. Вот у меня уже следующий готов. Работает сказочный волшебник в кабинете. Здесь он встречает гостей, общается по телефону с коллегами из других стран. Не забывает и о своих родственниках, Баба-Яге, например. Свободные минуты, которых у Деда Мороза бывает не так много, любит мечтать и размышлять о будущем. Предсказал волшебник, что нам всем ждать в 2021 году. 20-й год был високосный, сложный. Вот, много было неприятностей. Да они еще какое-то время будут шлейфом за нами тянуться. Вот, будут нас сопровождать и пытаться нам навредить. Но наша задача ко всему относиться с юмором, ответственно и по-доброму. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. По
восточному календарю символ 2021 года – белый металлический бык. Животное крупное, с рогами, да еще и с характером. А как ведут себя настоящие быки? Чтобы узнать ответ на этот и другие вопросы, мой коллега Григорий Ворванин отправился еще и в крестьянскую усадьбу. Чтобы увидеть настоящего быка, не обязательно уезжать далеко от Москвы. В нескольких километрах от МКАД находится уникальное место. Здесь живут самые разные домашние животные, в том числе и символ 2021 года. Самое время с ними познакомиться. Знакомьтесь, черныш и шоколад. Телята появились на свет в 2020 году с разницей несколько недель, но сильно отличаются по характеру. Предок современных быков – дикий тур. Еще в эпоху неолита человек приручил это животное, прежде всего для пропитания. Гораздо проще, когда бык пасется рядом и не нужно на него охотиться. Сейчас насчитывается больше 1000 пород быков. Есть мясные, мясомолочные и молочные. Отличаются они и экстерьером, и характером. Как утверждают фермеры, нрав бычка во многом определяет имя, данное при рождении. Шоколад, видите, вот он. Шоколадка сладкая. И всеми обожаем. А это черныш, видите, он более такой, боится все равно. Вот. Один из обитателей фермы ведет себя, прямо скажем, по-королевски. И на то есть все основания. А этого бычка, вы не поверите, зовут Новый год. Он действительно появился на свет в новогоднюю ночь. И 31 декабря ему исполнится ровно год. Да, Новый год? Молодец. Древние быки своими мощными рогами отбивались от хищников. За это травоядным даже дали общее название – крупный рогатый скот. Но сейчас на фермах все чаще можно встретить безрогих бычков. Ведь в случае опасности на помощь домашним животным придет человек. Камолые породы помогают решить проблему травматизма в стаде. В первые месяцы жизни бычки очень быстро растут. За сутки могут прибавлять в весе по килограмму. Грубую пищу, сено и траву начинают есть в 2-3 месяца. А до этого их кормят молоком. Причем делают это, как у людей, с помощью соски. А вообще, бык очень терпеливое, трудолюбивое и спокойное животное. Ожидается, что 2021 год будет урожайным. Поэтому этот период очень благоприятный для сельскохозяйственных работ. Будет ли так на самом деле, узнаем совсем скоро. 2021 год, год быка. Какие у вас планы? Спасибо. Полностью с вами согласен. С Новым годом! Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Новогодние каникулы – один из самых насыщенных периодов для жителей всей России. Длинные выходные сбивают с рабочего ритма и перенастраивают организм на другой режим. Как настроить биологические часы и почему важно высыпаться во время праздников? Наш следующий сюжет. У меня только появился первый ребенок, и вот у нас первый Новый год. Значит, ребенка уже пора укладывать спать там в 9-10. Ну, думаю, как раз сейчас и отдохну. Проснулась Екатерина утром 1 января. Заветный бой курантов и загадывание желания в новогоднюю ночь на этот раз прошли мимо. Девушка, конечно, расстроилась, но зато выспалась. Вот этот Новый год, наверное, не забуду никогда. Если для одних новогодние каникулы – прекрасная возможность спать сутками напролет, то для других – наоборот. Оторваться на полную катушку, забыв о пассивном отдыхе. Врачи утверждают, оба варианта недопустимы. Во время праздников важно балансировать не только питание, но и режим сна. Что касается сна, здорового сна, он должен длиться от 6 до 8 часов. Да, это средняя статистика, чтобы организм высыпался и наутро чувствовал себя отдохнувшим. Это самое главное, да, сохранять этот режим дня. При сне больше 12 часов, да, организм находится в состоянии, скажем так, заторможенности, и в дальнейшем люди себя чувствуют разбитыми, опять же, вот. Это может, опять же, приводить к различным другим расстройствам. Идеальное соотношение 16 часов бодрствования и 8 часов сна. В первые дни Нового года этой схемы придерживаться, конечно, тяжело. Но чем раньше вы начнете настраивать организм в прежний режим, тем безболезненнее будет постпраздничный выход на работу. Возвращаться в обыденное русло надо постепенно. Каждый день ложиться спать на 10-15 минут раньше и вставать чуть позже времени, на которое поставлен рабочий будильник. Луиза Игазарян, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. А еще первые дни января – это одно сплошное застолье.
И, конечно же, один из главных его атрибутов – салат оливье. В советские годы он сильно отошел от оригинального рецепта, но зато сегодня его любят в каждой семье. Мы с моим коллегой Александром Колгановым самостоятельно приготовили два варианта блюда – традиционное и альтернативное оливье без мяса, которое точно понравится символу года. Ну что, начнем? Два разных салата, два набора одних и тех же ингредиентов. И это, как ты думаешь, что? Яйца, картофель, соленый огурец. То, что ляжет в основу двух абсолютно разных оливье. Чтобы не упасть от усталости под бой курантов, упрощаем себе задачу. Используем овощерезку. Новый год – это таз оливье, поэтому здесь можно обойтись вот специальным этим приборчиком, поэтому режем слайсами. И это тот случай, когда размер имеет значение. Чем тоньше слайсы, тем эстетичнее получаются кубики. Слушай, ну я чувствую себя каким-то ребенком, которому подарили какую-то новую игрушку. А я-то, Сашенька, чувствую себя как взрослая. Делю ингредиенты для двух салатов. Для особого оливье – половина картошки и два яйца. Для традиционного рецепта – 3 картофелины и 5 яиц. А с огурцами, как мама учила, сколько яиц, столько и солений. Что? Что-что? Теперь переходим к самым главным ингредиентам, которые сделают наши два оливье абсолютно разными по вкусу. Основной ингредиент традиционного оливье, конечно же, докторская колбаска. Берем 400 граммов. Главное, чтобы вкусная была, проверенная. Угощайся. О, спасибо. Ну, по-домашнему обязательно. Ну, а чтобы вкуснее получилось. Да, еще огурчик, прикусочку. Хорошо пойдет. В оливье по-бужуйски красная слабосоленая рыба. Чтобы задобрить быка, символу 2021-го точно понравится. Да и вам тоже. Хватит 200-граммового куска. Мне кажется, рыбам бука не бывает. Еще чуть-чуть. В буржуйскую версию оливье добавляем один большой свежий огурец и вареную морковку. Добавляйте больше морковочки. Никто не спалит, что это не рыба. Это рыба. Это рыба. В традиционный салат одну большую банку зеленого горошка. А теперь снова лайфхак от моей мамы. Чтобы понять, насколько правильно мы сделали салат оливье, нужно его постоянно мешать, надо видеть. Вот я сейчас заметила, что мне не хватает огурцов. Опа, а сейчас они будут. Подчеркиваем вкус рыбки в буржуйском оливье. Добавляем укроп. А вот и мой последний штрих. Заправляем майонезом. А сколько? На этот объем мало, много. Опять же, тут то же самое правило работает. Мешай и смотри. Все. Отставим тазы оливье в сторону. Доводим блюдо до совершенства с сервировкой. Ну что, на счет три? Угу. Раз, два, три. Какая красота! Приятного вам аппетита! Всем сытого года и счастливого! С Новым годом! С Новым годом! Ура! Анна Троян, Александр Колганов, телеканал ЛРТ. На этом наш выпуск подошел к концу. С вами была Анна Троян. От лица всей нашей команды желаю вам красочных событий, волшебства не только в новогоднюю ночь и исполнения самых заветных желаний. До встречи в эфире в новом 2021 году!